Год назад, наверное, мало кто мог подумать, что ситуация сложится настолько абсурдно. Глобальная стройка жилья погорельцам закончена, а рабочие то и дело клеймят подрядчиков. Зарплат некоторые так и не получили. На сегодняшний день я считаю, что в этой ситуации в первую очередь виновато руководство. Это генподрядчик и это субподрядчики отчасти. Почему? Потому что если есть крепкая мужская рука в любом деле, то есть хорошие, правильные результаты. И в этой крепкой руке нету места ни обману, ни лжи, ни каким-либо еще манипуляциям. Впрочем, до сих пор точно неизвестна общая сумма задолженности. Ходят слухи вокруг 100 миллионов рублей. Неизвестно и общее количество обманутых работяг. Сегодня новый министр строительства Хакасии Сергей Мажаров провел встречу со строителями, итогом которой стала выработка некоего плана. Нужно составить четкие списки обманутых, провести финансовую проверку. Многие фирмы до сих пор не предоставили отчетов о работах и зарплатные ведомости. Поймем масштаб проблемы, будем заниматься. То есть, ну, понятно, с бюджета не будет. Может быть, будем искать какие-то благотворители, там, фонды и так далее. Задача есть, ее надо как бы выполнять, но опять же, она должна быть, скажем так, справедливая, то есть это позиция и со стороны как бы строителей, чтобы цифры были реальны. Потому что есть примеры, и это мы видим, как бы, и это они сами подтверждают, что кто-то просто как бы здесь спекулирует. Спекулянты, как известно, были всегда. Пример со стройками. Несколько фирм в надежде сорвать деньги просят оплату за одну и ту же работу. Кто-то заявляет о голодовке. Впрочем, очевидно, что решать ситуацию нужно и можно. Главное, в правовом поле. Здесь и выход возможен, только вот не такой уж быстрый, как многим хотелось бы. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.